Это видео благодарность. Я в любом случае обязан был его разместить чуть больше недели назад. Я разместил видео, в котором сказал, что мне необходима определенная сумма. Лично мне. Не под работу, там, не под проекты, не под что. А лично мне. И поэтому обратился к подписчикам. В общем-то, сделал я то, чего я никогда в жизни не делал. И что тут интересно? Ну, начнем с плохого. Приходила масса людей. Ну, они обычно приходят, знаете, без аватарок, а вот если это в соцсетях люди, то они с аватарками, у них там флаг двухцветный. И они пишут, что типа вот, ты такой, ты сякой. А я не могу понять, у этих же людей на их же стенах перепосты там Громадского, допустим. Громадская занимается этим всю жизнь. Громадская существует на пожертвования. Ну, половину дают штаты, а половину это типа пожертвования. Этим занимаются все, этим не занимался только я. И в чем претензия? Не могу понять. Второе. Отдельные дегенераты начали писать. А что делает СБУ? Почему не задерживает? Задерживает за что? Это очень интересный социальный срез на самом деле. И они говорили, вот разводит лохов. Так я же не предлагал ничего покупать, вроде бы ни в какие сообщества вступать. Правильно? Может быть мне на новую машину надо, а может на операцию по увеличению. Кто его знает? А может быть на более благие дела и не для себя. Ну, кто знает, правда? Я не хочу расстраивать, и я не расстрою вас, когда скажу, что мне удалось собрать порядка 50% средств, которые мне нужны были. Но поверьте, это не потому, что слали мало, а потому, что сумма слишком большая, колоссальная сумма. Поэтому-то я ее не озвучивал. Теперь по поводу того, сколько слали и вообще как откликнулись. Откликнулись? Так, ну, я не ожидал. То есть я знал, что много людей есть, которые могут откликнуться, но я не ожидал такого количества. Некоторые платежные системы сразу же залипли, потому что сразу же переполнился лимит. Я не готовился к этому, не создавал какие-то специальные системы. Слали от 1 до 1000 долларов. Слали отовсюду. География настолько обширна, что я не знаю, я не смогу сейчас назвать страну, из которой не пришло бы. Весь земной шар. Это и Штаты, Италия, Франция, это и страны Африки. На самом деле, это просто поразительно. По поводу Украины. Из Украины, ну, я честно, едва не прослезился, потому что Западная Украина откликнулась очень и очень. Львов, Тернополь, западные области слали много. Киев очень много. Что интересно, Восточная область. Я могу себе представить, насколько тяжело людям это было сделать, но они это сделали. О грустном. Несколько ублюдков подставляли свои реквизиты и как бы начали распространять это видео, но только со своими реквизитами. Но я даже не предполагал, что такое бывает, но по всей видимости люди собирают себе на что-то хорошее. В общем, то видео я убрал из главных, как и обещал. Я оставляю на канале ссылку на PayPal, и я вставляю эту ссылку в данное видео. Большое всем спасибо. Я по-прежнему, несмотря на упреки, конечно же, не скажу, для чего это нужно было. Повторяю, возможно, со временем вы об этом узнаете. Просто если я сейчас скажу, в таком случае получится, что сбор этот был напрасен. Потому что предупрежден, значит вооружен. А если кто-то чего-то не знает, то это для меня лучше, намного лучше. Я от зайца ушел, я от волка ушел, от тебя, медведь, и вовсе уйду. И опять покатился, только медведь его и видел.